Доброе утро, Талос. Внимание! Эксперименты с функциями администратора на рабочих станциях могут привести к удару электрическим током. При проблемах с доступом свяжитесь со службой безопасности. Системное оповещение. Необходим ремонт. Расскажите про свой сон. Сон? Да. Я всегда в своей лаборатории. Стою у зеркала. Вы один? Да. Что вы видите в зеркале? Ничего. Поначалу я не хочу его включать. Но я не могу удержаться. Я должен его включить. И там... Словно черная дыра. Огромная тьма. Там что-то плавает в темноте. Системное оповещение. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Я чувствую, что оно хочет выйти ко мне. Я должен отключить зеркало.
пока оно меня не заметило, но всегда просыпаюсь раньше. На что он похож? Силуэт в стекле. Я ни на что. Он похож на это изображение? Доктор Кальвина, он выглядит так? Нет. Нет, нет. Это я не... Уверены? Откуда у вас этот рисунок? Вы шпионите за мной? Я не собираюсь больше с вами разговаривать. Матиас, простите, но в вашем деле написано Сараи. Да сколько можно? Мать американизировала имя. И еще час без малого мы будем вот так общаться. Здравствуйте, у вас назначен сеанс. Все закончить. Мы говорим, диагностируем ушибы, ссадины, усталость. Ничего смертельного. Готово. Заполнить анкету можно на стойке администратора. Я чтобы смыться от нее, Мэтт. Просто я была неугомонной. Теперь вам лучше. Неугомонность прошла? Я в порядке. Просто ваша последняя операция спасательная. Я читал отчеты о ней. Я вытащила всех, кого могла. На каждого солдата, которого мы потеряли, приходится сотня спасенных. Да, трагедия. Все же терять своих солдат... Оно того стоило. Мы спасли кучу людей и инфраструктуру. Вести безнадежную борьбу, воевать не с врагом, а с природной катастрофой... Не природный, а рукотворный. Это подготовило меня к работе здесь, доктор Коль. Потому что станция — это тоже потенциальная катастрофа. Мы хорошо обучены и плохо оснащены. Здешние исследования опасны. Хранить их в тайне опасно. Я уверена, что вы согласны. Здравствуйте. У вас назначен сеанс. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Психотесты? Просто трата времени. Здравствуйте. Рад снова видеть вас, доктор Ю.
Системное оповещение. Необходим ремонт.